20 июля Настя Ивлеева представила фанатам свое новое шоу «ЗБС. Звезды, бабки, ставки». При создании очередного проекта телеведущая вдохновилась прямыми эфирами со звездами, которые были популярны во время карантина. Короче, проще говоря, ЗБС станет продолжением прямого карантина из Инстаграма. Суть шоу заключается в том, что гости должны ставить свои деньги на выполнение определенного задания. Испытания, которые придется пройти участникам шоу, присылают зрители. Если челлендж будет настолько сложным, что участник не может его выполнить, то сумма ставки отправляется автору идеи. В первом выпуске гостем стал певец Николай Басков, которому пришлось совсем не сладко при выполнении челленджей. 43-летний певец продемонстрировал отличную растяжку и выполнил одно задание за Настю, прикрепив 7 прищепок к языку. Ведущей же пришлось сделать тату-смайлик на своем теле, который она называла «убожищем». Поклонникам Насти понравилось шоу, а Баскова назвали лучшим первым гостем. Блять! С Богом! Иду! Блять! Теперь зрители с нетерпением ждут следующих выпусков. Я тоже попытался повторить этот челлендж, но, сука, подрал себе губу. Так что, ребята, не повторяйте этого. Будьте здоровы!